А на участке в школе номер 71, расположенной по улице Жиембаева, находится еще одна наша съемочная группа. Данный участок с самого утра самый оживленный. Среди избирателей есть и те, кто впервые принял участие в выборах. Как обстоят дела на участке, узнаем прямо сейчас. С нами на связи наш корреспондент Динара Абдуалиева. Динара, доброе утро. Какие новости? Доброе утро, Актобе. Доброе утро, студия. В данный момент мы находимся на избирательном участке 552. Тут с самого утра все готово для ожидания избирателей. Отмечается это и в соблюдении санитарных требований. Надо отметить, что с 7 часов желающих проявить свою гражданскую позицию немало. Среди них есть и те, кто впервые отдает свой голос. Анар Утигенова, здравствуйте. Расскажите свои впечатления. Здравствуйте. Я знаю, что это выборы, возможность для развития общества. И я считаю, что участвовать в выборах – это гражданский долг каждого человека. Mm-hmm. Я Утикен Ванар, в первый раз участвую в выборах. Mm-hmm. И я думаю, выбор… я сделала свой выбор в пользу нашего общества. Вы волновались? Да, очень. Ну, как все прошло? Ну, все нормально вроде. Спасибо, Анар, всего доброго. За прозрачностью всего процесса следят наблюдатели. Узнаем их мнение. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Гаухар. Я наблюдатель 552-го избирательного участка. Мы наблюдаем за тем, что все проходило по нормам, за ходом голосования, и все проходит по нормам, все проходит по всем правилам санитарных норм, и радует то, что люди активны с утра. Отметим, данные выборы отличаются тем, что впервые народ будет одновременно голосовать за депутатов в Мажилис, а также за депутатов в областные и районные маслихаты. Ожидается также, что проявить свою гражданскую позицию придут больше представителей молодого поколения, а также женщин. Это было прямое подключение с избирательного участка номер 552. Отметим, мы и дальше будем следить за ходом событий и вводить вас в курс дела с других избирательных участков. Динара Абдуалиева, Руслан Ельтаев, телеканал Актобе. Студия.